Вверх, Илюха! Загнали с меня. Планирую. Не, хорошо, хорошо. Всем привет. Рывок уже закончился. Новый рекорд в этом году. После Лондонской Олимпиады 170 килограмм. Сейчас будет еще серия. Потом 1-1-1. И толчок практически. Два подъема. В общем, у нас такая система. Я про нее мало рассказываю. В будущем я еще к ней вернусь и вам все подробнее расскажу. И, кстати, ребят, не рекомендую по моим графикам тренироваться прям в точности, потому что график тренировок, он создан под меня. И я очень много делаю того, что я не показываю в Ютубе на камеру. Ну, это дополнительные упражнения, я к ним вернусь еще позже. И поэтому не рекомендую, ребят, в любом случае пахать по моей программе. Я профессионал, и у меня все слажено. Я отдыхаю, потом иду на тренировки, кушаю. То есть у меня график тренировок, он как моя работа. А
А у вас, ну, твоя жизнь, каждый работает, устает, потом приходит, и я не считаю правильным, что такие нагрузки надо будет принимать. Так что, ребят, будьте осторожны, лучше создавайте планы сами, изучайте тяжелую атлетику, смотрите книги. Системы, в принципе, они там, их немного, можно что-то под себя построить. Ну и, конечно же, тренера. Очень важно работать с тренерами, потому что это будет более правильно и грамотно. Ну вот, я пошел толкать. Всем всего доброго. Думаю, может, что-нибудь сегодня интересное натолкаю. Да! Держи спину.